Тот, кто уже давно занимается кайтбордингом, помнит то время, когда кайты очень часто рвались и требовали ремонта. Разрыв при ударе о воду был обычным делом. Поэтому, начиная заниматься обучением, приходилось сразу приобретать смежную специальность швеи-мотористки. Но примерно в 2007-2008 году необходимость в ремонте постепенно уменьшилась. Часто это связывали с появлением новых плоских кайтов, при отпускании планки которых тяга практически сбрасывалась в ноль. Но одновременно с возросшей крепкостью в кавычках стали говорить о быстром износе ткани. Новые кайты значительно реже рвались пополам. Они просто начинали хуже летать. Новая ткань теряла воздухонепроницаемость и очень быстро меняла свойства кайта. Кайт в целом начинал значительно меньше тянуть, и его ветровое окно, где он мог летать, становилось заметно уже. Особенно было это ощутимо при сравнении с новым куполом. Новая ткань с пропиткой сохраняла купол целым, но при этом сильно изменялись его свойства. Постепенно все смирились с тем, что кайты рассчитаны на пару месяцев. Но грянул кризис. И вполне логичным стало желание продлить срок службы кайта за счет нанесения дополнительной пропитки на ткань купола. Но, конечно, как всегда, спрос рождает и предложение. Препарат для ухода за тканью кайта – Кайтлюкс. Жидкость белого цвета. Легко наносится пульверизатором и без проблем смачивает ткань купола. Время до высыхания, как у обычной воды, так что растереть кистью будет несложно. Конечно, лучше работать на открытом воздухе и использовать защитные перчатки. Пропитка наносится с двух сторон. После высыхания ткань кайта становится более жесткой и снова начинает шелестеть, как новая. Восстанавливается первоначальный цвет купола и появляется небольшой блеск, как будто в фотошопе добавили контраст. Конечно же, обрабатывать стоит и участки из плотной ткани, которые находятся на концах крыла и на баллонах. При желании еще можно улучшить внешний вид строп, обработав их препаратом. Если честно, я бы сам никогда не поверил, если бы мне не довелось это попробовать. Обычная проблема – это быстрый износ кайтов маленького размера. Изношенный купол даже в сильный ветер затрудняет хождение против ветра, потому что у него заметно сужается ветровое окно, и он не так остро летит на ветер. Поэтому даже внешне целый без ремонта в кайт очень быстро теряет свои свойства, и особенно это чувствуется в руках у тяжелого райдера. На нем нельзя полноценно прыгать, и даже простое хождение против ветра становится достаточно сложной задачей. После обработки ткани, в моем случае это была шестерка Switchblade 2012 года, кайт не только приобрел прежний внешний вид, но и вернули свойства ткани. Я смог на нем легко кататься, достаточный ветер. Кайт очень хорошо идет против ветра и позволяет достаточно неплохо прыгать. Так что в моем случае я очень доволен результатом использования этого препарата. Производитель заявляет, что 1 литра хватит на обработку 11-метрового кайта. В моем случае, в принципе, это подтверждается. Ушло примерно половина флакона. Это средство будет актуально для всех райдеров, которые катаются на кайте. Оно позволит продлить вам срок полноценной эксплуатации кайта и при необходимости поможет выгодно его продать.